Майдан на Думской площади напоминает, процесс демократизации Украины не закончился 2 года назад со сменой центральной власти. Жить по европейским законам мы сможем лишь после того, как изменения произойдут на местах. Выездное заседание Координационного совета прошло на Думской площади. Совет поддержал участников акции «Одесса без Труханова». Среди ее активистов есть участники Киевского и Одесского антипрокурорского майданов. Пройшло 2 роки з моменту перемоги Революції Гідності. Іде війна російсько-українська. Ці люди досі є тими, хто відстоює бізнес-інтереси країни-агресора. Все я тут. І не хочу, щоб далі в Одесі панували ці люди. Я підтримую антитрухановський майдан. Після того, що господин Труханов засвітився міжнародним скандалі, панамскими документами, мені кажется, що всі основання требують розслідування українського, міжнародного. И убирать мафию из горсовета. Мы тут закріплюємося, тому що так по риториці міського голови він не збирається йти у відставку, поки влада не реагує на інформацію про його офшори і його паспорти іноземні. Тому ми стоїмо в Києві, що могла робила. И сейчас ситуация такая, что треба все, что можно сделать в Одессе. Мы после тех майданов ожидали изменения во власти, мы ожидали перемен, мы ожидали того, что наконец-то в стране восторжествует законность и порядок, и мы как-то вздохнем свободным воздухом свободы, и, соответственно, произойдут определенные события в реформировании страны, и, соответственно, структуры, городские институции, и власть будет работать для населения, прежде всего. Но в связи с тем, что это не происходит, соответственно, мы продолжаем борьбу. Мы здесь, потому что идея, за которую мы стояли в 2013-2014 году на Майдане, эта идея не закончена, Майдан не закончен. У нас продолжают править в городе те же. Они захватывают пляжи, всю экономику в городе держат. Город не развивается. Поэтому мы здесь. И будем продолжать, пока не сменим полностью власть. После бандитского погрома активисты акции «Одесса без Труханова» не только полностью восстановили палаточный городок, строится помещение для общественной приемной.